Для меня содержание этой волшебной песни – источник счастья, бескорыстной отдачи любви. Яркий способ этой отдачи и ясный критерий верных шагов по выбранному пути. Когда соблюдаешь прекрасный закон счастья, тогда и радость, как чудо, являет, и жизнь преображает, и светлый образ любви приближает. Сказочный диалог героев помогает так ясно, просто, предельно искренне ощутить, как можно делать встречи по жизни лучезарными, как продолжать самой этому учиться и создавать условия для тех людей, кто встречается по жизни. Это удивительный песенно-поэтический диалог, вдохновляет на искренний и настоящий принятие высокой духовной любви и возможность ее отдачи.